природа могла быть такой красивой и чистой. Но мы и некоторые из нас загрязняем его и делаем вот такой. Так делать нельзя. Я, учительница по истории Фарида Ктебаровна, школа номер 171, призываю вас всех соблюдать чистоту и порядок в природе. COP29. Ждем вас всех, наших уважаемых гостей, в прекрасном солнечном городе Баку.